Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Samsung Galaxy Z Flip 5. Сейчас я покажу вам, как записать видео с экрана. Итак, для этого мы свайпаем вниз, ищем здесь запись экрана. Находим и нажимаем. Теперь мы выбираем, откуда нам записывать звук. Это может быть звук мультимедиа, либо мультимедиа-микрофон, либо ничего. И можем показывать касание, поставив тут галочку. И нажимаем «Начать запись». У нас идет обратный отчет, можно его пропустить. И запись пошла. Также здесь во время записи мы можем что-то обвести, порисовать, показать, отметить. Вот, выбрать цвет карандашика, можем включить фронтальную камеру. Вот, и когда мы все записали, можем нажать просто на квадратик, и запись будет сохранена в галерее, в альбомах, записи экрана. На этом все. Спасибо за просмотры, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.